Вы что, рисовать не умеете? Мой внук рисует лучше, чем вы. Наверное, это мой рай. Искать его отражение в предметах черного цвета. Две параллельные прямые, Соня. Они не пересекаются, даже в бесконечности. Наверное, это мой рай. В лучах оконного света так близко кажется небо. Кажется, вдруг. Когда глаза цвета рай. Сомневаюсь. И хорошо, что он не знает про такую, как я, и что в мечтах моих ванильные снежинки. Зачем мне враги готовы под шагами босоногими метели. И я лучше за тебя больше никогда из мыслей моих не уйдет. И мне не стыдно закричать о том, что это любовь. Его слова на три минуты так прожгли мою кровь. Я продолжаю повторять себе, что все хорошо, но понимаю, он мне нужен, нужен еще. Что случилось? Смотри мне в глаза. Наверное, это мой рай. На взгляд. Бродить, срывая букеты. Ты сейчас похожа на дикую кошку. Как нет в таком холодном теле, а? От ветра. И врач, что дарит цветы. Конечно, если б не ты, я не встречала просветы. Все нормально. Твоей холодной планеты. А мне уже все равно. В которой делят мосты. И хорошо, что он не знает про такую, как я, и что в мечтах моих ванильные снежинки зима под шагами босоногими. Я же говорил, параллельные прямые когда-нибудь не пересекутся. Никогда из мыслей моих не уйдет. И мне не стыдно закричать о том, что это любовь. Его слова на три минуты так прожгли мою кровь. Я продолжаю повторять тебе, что все хорошо, но понимаю, он мне нужен. Такую, как я, и что в мечтах моих ванильные снежинки зима под шагами босоногими метели и лед. Он больше никогда из мыслей моих не уйдет. И мне не стыдно закричать о том, что это любовь. Его слова. Как ты думаешь, а зачем Тимофеева меня предупредил? Может, она влюбилась в тебе, что все хорошо, но понимаю, он мне нужен. Да, кстати, твоя давняя знакомая, старший лейтенант милиции. Капитан. Тем более. Узнаешь? Здравствуй, Стас. Здравствуй, Сон. Давно не видели. Давно. Зачем нужно было убивать Стаса Шелеста?